Хищник, наводящий ужас на морских обитателей и купающихся, превратился в домашнего любимца. В аквариуме у муравленки Татьяны Калягиной живет самая настоящая акула. Оценить уникальность и опасность выбранного увлечения удалось нашей съемочной группе. В этом доме точно знают, как приручить акулу. Татьяна Калягина вот уже второй год кормит ее буквально с рук. Обычно им достаточно где-то 3 креветки в день, но также их можно побаловать и покормить их рыбками. И хотя хищница, по словам хозяйки, еще маленькая, доросла пока всего до 40 сантиметров, но ее нрав начал проявляться уже тогда, когда с ней по соседству жили более мелкие рыбешки. Ее решили завести родители мои вместе с другими видами рыб. Но так как эта хищница оказалась у всех настырней, агрессивней, она всех скушала, в итоге осталась только одна. У нас вместе с ней рыбка. Ну, они как периодически две такие характерные воюют. Акула пангасиус – рыба пресноводная. В природных условиях вырастает до 1,5 метра. В аквариуме же ее размер не превышает 70 сантиметров. Между тем, для содержания даже такой особи требуется изрядное хладнокровие. Так как у нас аквариум чисто для расслабления, декоративный, мы все-таки планируем завести более спокойных рыбок, чтобы не было этого постоянно шабаша, чтобы они друг друга не поедали, а были спокойные, просто красочные. Плавающая в домашнем аквариуме акула приковывает взгляд. Ее движения резки. Однако при виде телекамеры пангасиус буквально оцепенела. Для нас так и осталось загадкой. Решила она попозировать или поохотиться на оператора. Екатерина Задовская, Александр Симонов. Новости Муром.